Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы в Чижике в магазине. Это город Димитровград, Кристалл. Давайте посмотрим, какие завезли новые товары, новинки, и что идет уже со скидкой. Вот такие куколки очаровательные, уже с бутылочкой молока сидят, пупсики. 499 рублей. А есть вот такие куколки уже с подарками. У нее тут и расческа, и книжка. Такая кукла с аксессуарами, 599 рублей. А, кстати, смотрите, какая классная кукла-то. Есть уже, вот, к Новому году готова, Снегурочка. А, кстати, их сколько осталось-то? Так, вот еще есть такой вариант, платье. Вот это симпатичное, да? И другие такие же вроде. Да, ну вот со Снегурочкой-то всего лишь одна. У нее мишка. Так. Пластилин. Вот такой вот. Пластилиновое приключение 269. Легкий пластилин. А, нет, это не легкий пластилин, это ручки. Потом салфетки новогодние 49 рублей 20 листов. Так, тоже, смотрите, тематика-то вся новогодняя. Вот, с оленями. В общем-то, все нормально. Но, правда, здесь 20 всего штучек, но на один праздник, как бы. Штора ванная 299 рублей. По цвету есть еще беленькая. 100% полиэстер, водонепроницаемая обработка. Ну, это вот хорошо. Пленка стрейч 99 рублей. Вот такая вот для кухни. И есть все корзинки по 199 рублей. Большие, в стиле лофт, 13 литров. Коврики по 249. Ну, я в фикс-прайсе видела за 149, вот такого же качества. Там поменьше коврик, ну, два, правда, коврика, да, для туалета и для ванной комнаты. Так, и что здесь у нас? А здесь вот такие силиконовые динозавры. Ух ты, какие они классные. Тут вот даже вытаскивали. Мягенький, прикольненький. Так, и стоит динозавр 399 рублей. Кстати, они по цвету тут вот разные. И по форме тоже. Так. Так, динозавры. Смотрите, вот они. Видите, летающие. Разновидности здесь есть. А еще есть бумажные драконы с наклейками. Запусти самолет и сложи оригами. И здесь уже вот есть листочки цветные. И, наверное... Как это все делать? Вот, инструкция. Так, если это вот набор, то 199. Календарь по 99, книга 199 рублей. Большая, с наклейками. Тоже здесь динозавры присутствуют. Также единороги. В общем, здесь можно подобрать, какой вашему ребенку больше нравится вариант. Также вот есть вафельница по 799 рублей электрическая. Вот вся информация, какая здесь. Кофеварка такой же марки. 990, ну, 1000 рублей, по сути. Такая вот кофеварочка. Так, давайте покажем информацию. 700 ватт, быстрый нагрев. Так, для кофе и чая подходит. Ну и кнопочка одна, видимо. Так, ну и еще интересная новиночка. 199 рублей, такой контейнер. Здесь бамбуковая крышка и стекло. Так, это очень красиво смотрится. Да, и крышка вот на силиконе. Вот эти формы мне очень нравятся. В них хорошо выпекается, а не липнет, хорошо моется от теста запеченного. Но если что-то выпекать,
По цвету есть еще вот такой вариант с цветочками. Хорошо, подарок можно взять такую форму. Она керамическая, жаропрочная, для запекания 33,7 на 20,5 сантиметров. Высота 5,5 сантиметров, 499 рублей. Дальше двигаемся. Что есть интересненького? Интересненького вот такие халаты. Ничего себе. Халат женский, мягкий. Велсофт. Королевский силуэт. 46 до 50 размера. Ну, 1000 рублей стоит. Такой халат. Есть, кстати, беленький. Но на нем тоже все равно есть какие-то вот такие бледненькие фрукты. Так. Здесь от 50 до 56 размера. Это мужской халат. Вот такой рисунок есть. То есть здесь и мужские, и женские. Вот такой красивый, смотрите, цвет. Ну, здесь идет с поясочком. Да, вот такой тепленький. Да, уже они, смотрите, вот так завязаны красиво. Как подарочный вариант. Вот такой вот цвет есть. Мужской. Веселенькие женские. Желтого цвета. Или это даже... Да, женские. Так, о, сердечками, смотрите. Сердечками 46-50 размер. Такой свободненький. В общем, вот такие халатики есть. Ой, носки, смотрите, брез. А, нет, это варежки попались мне. Так. Детские носочки вот такие по 89 рублей. Но они совсем вот малюсенькие. Но есть побольше, конечно, вариант. Вот. Перчатки по 149 рублей. Комбинезон по 799. Это детский комбинезон. Смотрите, вот тоже из такой ткани. Вот информация какая. Так, без капюшончика. Ну, тепленький. Синий с оранжевым. Ой, какие игрушки новогодние привезли. Смотрите, какая-то гирлянда. Она симпатичная, с Новым годом, с металлическими абажурами. Так, это по 179. Так, вот такие вот гирлянды есть еще. 3 метра. Так, а цена у них какая? Так, вот здесь вот друг на дружку заехали. 399, наверное. По 129 гирлянда новогодняя роса. Ну, роса пользуется успехом. Между прочим, хорошо смотрится в различных композициях, украшениях. Так. Ну, вот они все есть тут. Такие красивые шары. 20 штук в наборе. 349 рублей. 6 сантиметров в диаметре. Ну, мне кажется, пластик. Видите, там соединение швы есть. Да, но красиво смотрится. Колпак новогодний. Я думаю, что же это такое? Это, оказывается, колпак. Смотрите, под динозаврика. Здорово. Он еще и вот такой вот тепленький. Так, колпак, шапка. 249 рублей. Есть вот просто вот такой вот колпак. Традиционный. Так, есть зеленого цвета колпак. Ну, такой под динозавра с ушками. А может, он по-другому стоит? Колпак 299 он стоит. Чуть-чуть подороже. Так, вот такие шапки со снеговиками. Шапки 249, колпак новогодний 129. Вот они с птичками. На чижика похож, да? Все, разобралась. Шапки 249, колпак 129. Вот этот вот красный.
А с динозавриком 299. Так, все понятно. Ну, есть вот такие вот 159. Очки, ободок. Так, еще очки есть. Вот, сейчас мы найдем вот такие вот очки. Ну, и они разные тут очки по конфигурации. Да, пакеты вот такие для подарка, симпатичные. Пакеты по 49 рублей. Так, еще наклейки есть. Наклейки здесь выбор. Вот, видите? Вот этот симпатичный, да? Ну, то есть их здесь много. Наклейки по 49 рублей тоже. Да, пакеты вижу еще вот такие вот. Для пакетов это вообще дешево. 26 на 32 сантиметра. Вот еще с елочкой. Так, ну 49 это недорого для пакета. Так, и наконец-то вот на распродаже штаны вот эти. Ивановский трикотаж. 279 стали. А футболка 349. Только ее искать надо. Итак, вот эти веселенькие носочки все еще по 89. Так, а здесь что? Джемпер. Ну, вот такой вот по 349 стал. То есть эти розовые ценники, это уже со скидкой. Да, и вот носки. Носки в прошлый раз их быстро разобрали. Вот сейчас у нас морозы по 30 градусов. От 27 до 29 размера, ну, 42-44 это. Здесь натуральная шерсть по 199 рублей. Носки. Натуральная шерсть. Они из Монголии. Или нет? Были из Монголии. В общем, носочки очень тепленькие. Внутри вот, правда, вот где рисунок, вот так выглядит. Так. Да, вот и здесь тоже так же, как махровые. Да, и снова вот завезли вот такие пояса на спину. Тоже из шерсти натуральной. Очень хорошо выручают, когда спина болит. По цвету они есть потемнее. Да, вот футболки нашла тоже женские. Так, цена я сказала. Вот. Уже вот оно, видите, сколько здесь. Полный прилавок носками теплыми и поясами. Так, а вот этот вот костюм. Смотрите, как он классненький. Но он здесь упакован хорошо. Давайте посмотрим, как он должен выглядеть. Нету рисунка, к сожалению. Ну, такой тепленький костюмчик. Женский. Тоже, наверное, Вилсофт. Так, ну вот информацию поближе вам покажу. Вам лучше видно, чем мне. Цена такого костюма 699 рублей. Но цвет красивый. Так. А, вот здесь распакованные есть, смотрите. Вот такие штанишки уютные. Но если вот отдельно смотреть, в фикс-прайсе тоже вот такие, такого плана штанишки есть. Вот, внизу прямые они, довольно-таки широкие. Сверху на резиночке. То по цене так где-то приблизительно получается, да? Так, и вот такая вот кофточка. Без всяких замочков. Вот такой воротник кругленький. То есть вот вся информация. Ну, есть еще плед вот тоже такой же. По такой же цене. Вот цвета. Вот вся информация поближе вам. Только не отсвечивай. Полотенце на скидке. Вот у них цены. Вот показывала в прошлых обзорах подушечки с чебурашкой. Они все еще есть. По 299 рублей. На них еще скидки нету. Да, есть вот такие столики, смотрите. Для ноутбука. Ничего себе. Так, а как они там внизу? А, внизу есть вот такие ножки. Да, ножки есть. Так, и по цвету не только белый, но еще есть вот такой вот под цвет дерева. Столик стоит 599 рублей, 60 на 40 сантиметров.
Да, еще вот есть такая полочка, смотрите. Вешалка даже это с полочкой. Вешалка для одежды и обуви 170 на 26 и 80 сантиметров. Она металлическая. Так, цена 899 рублей. И заново завезли вот этот стул икеевский. 999 рублей. Я его купила, уже собрала и покрасила в коричневый цвет. Краской текурилы, которая не пахнет, смотрится очень классно. Хотя маме нравится больше вот такой цвет. Да, и стул вот этот вот икеевский, он деревянный, он очень хорошего качества. Такой, как стремянка. 278. Термокружка вот такая вот красненькая. Выглядит стильно, цвета вот такие вот. Вот где галочка, значит, черного цвета, это вот термокружка. 299 рублей. Ой, набор для стрижки от Galaxy завезли 419 рублей. Он даже на скидке. А, нет, для стрижки 599. Тут вот, видите, со скидкой вот что. Так, и что вот здесь вот интересно? Форма для запекания 23 на 13 сантиметров, 4 сантиметра и 3. Высота, цвета вот такие вот. 199 рублей. Так, вот эта форма, она, смотрите, матовая поверхность. В общем-то, неплохо так выглядит. Только запекать здесь, я не знаю, она очень маленькая. Но там вот я видела и большие есть. И да, здесь, смотрите, можно купить шампанское Брау Дюрсо за 389 рублей. Полусладкое. Кстати, это самая дешевая цена на шампанское. Ну, пока, что я видела. Настойки вот здесь разные. Соки. Кофе, кстати, вот это вот разбирают очень хорошо, быстро. 599 рублей. Так, сколько здесь по весу? Килограмм целый. Кто любит натуральный кофе? В прошлый раз видела мужчину 4 или 3 упаковки он взял этого кофе. Так, огурчики по 129 рублей от Гринолы. Вообще Гринола — это очень хорошая марка. Хорошая продукция у них. А еще вот есть такое кресло. Стул. Ну, 1999, ну почти 2000 стоит. Ну, по форме такое удобное. Так, одеяло 699. Так, что это, полуторка? И подушки вот такие по 299. Это, наверное, из Иваново вся продукция идет. Так, одеяло давайте тоже развернем. Одеяло теплое. Микрофибра, ткань, изделие. Бамбуковое волокно, наполнитель. Вот легкое. Так. И здесь, да, полуторка. Полуторка. 699 рублей. Такое мягкое. Давайте посмотрим яйцо здесь, какую цену. Так, яйцо по 109 рублей. Щедрый год. Ну, тут тоже открывали. Смотрите, вот оно такое. Беленькое. Давайте посмотрим цены на фрукты. 99 яблоко. Эконом-вариант 79. Вот такой вот. Грейпфрут 159, апельсины 129, бананы 119. Но бананы, ну, мне кажется, вот нормально цена. И мандарины здесь по 139. А то, знаете, я как-то зашла в красно-белый, там были мандарины килограмм 290 рублей. А здесь 139. Почувствуйте разницу, да? Ну вот. Так, давайте посмотрим, лук почем здесь. Так, свекла 19, картофель 18, морковка 24, неплохая такая, лук 24, дешевле, чем пятерочки, капуста 22 рубля, огурцы 109 и помидор 159. Так, ну, цены здесь дешевле, чем пятерки, я смотрю. Так, и сегодня есть тушка цыпленка бройлера 179 рублей. Так, не подешевело. Куры почему-то у нас подорожали.
Рыба вот по такой цене. Ценники здесь большие, хорошо видно. Так. Друзья, ну вот все остальное я уже показывала. На этом уже, наверное, остановлю свое видео. Всем удачных, выгодных покупок. Крепкого здоровья и счастья. Будьте счастливы. Отдельное спасибо, кто поддерживает канал на Дзене. Смотрит видео с подпиской. До свидания, друзья.